Разговоры о том, что элита может как-то там замкнуться и для себя использовать определенные технологии и потом не давать их всем остальным, они были все время. В какой-нибудь там какие-то фантасты об этом постоянно писали, что вот одни там живут в вечной какой-то грязи, а элиты где-то там в другом месте. Вообще, на самом деле, феномен этот действительно существует. То есть элита всегда чем-то по факту пользуется в первую очередь. То есть появился, там, условно говоря, 7-й iPhone, он сначала появится у богатых потребителей, да, там и прочее, потом только у средних, и потом где-то в конце. Так происходит практически со всеми изобретениями, там, видеомагнитофонами, телевизорами, так сказать, просто мобильными телефонами и так далее, и так далее. Но, как мы видим, всегда все равно опускается до массового потребителя. Потому что элиты заинтересованы в продажах. Любая фирма коммерческая, та же самая, она заинтересована в продажах. И тот, кто не будет, будет сдерживать, не продавать что-то, да, он окажется в менее конкурентной ситуации. Ну, представьте себе, две фирмы. Одна продает там только для элиты, а другим не продает, а другая продает миллионам и миллиардам человек. Конечно, это заработает, вторая заработает больше. То есть в этом смысле продавать, отдавать и так далее, эти технологии, тиражировать их, ну, всегда как бы будет в этом смысле выгоднее. И бояться того, что элита вообще значит, так будет делать, еще не стоит и по другой причине, потому что мы смотрим как бы на элиту, так называемую, как на каких худших сынов мира, да, что это такие какие-то там наверху злобные, плохие, они там что-то делают. На самом деле элита – это лучшие люди мира. Я в этом глубоко убежден, насколько вот я там сам с различными элитариями знаком, да, там, это и предприниматели, и политики, и ученые, тем более, там, и культурные деятели и так далее, которые все там перемешаны. Это на самом деле действительно замечательные люди, и они вовсе не заинтересованы в том, чтобы как бы жить на какой-то одной большой планете своей, а всех остальных, чтобы не было, чтобы они где-то там им не мешали. Во-первых, потому что это просто небезопасно. То есть как только ты там отдаляешься, да, и получаешь какие-то привилегии излишние для себя в противовес большинству общества, которое ими не пользуется, то на определенном этапе это становится лейблом, это становится фактом твоей безопасности. Вот представьте себе, если бы там айфоны, например, там, я не знаю, мобильные телефоны затормозились бы в своем развитии и остались бы только у элиты, и мы их бы вниз не продавали. Он через некоторое время превратится в жупел. Тот, кто с телефоном, тот не наш, тот негодяй и так далее. И, соответственно, таких людей бы отлавливали подростки где-то, да, и просто их бы били. Это как с черными волгами в Советском Союзе. То есть, когда они стали классом, маркой, так сказать, такого престижного потребления и привилегий именно там чиновников и так далее, и это задержалось на довольно долгий срок, то есть, когда массово эти черные волги не пошли в народ, то есть, они срастились именно с чиновничьей партноменклатурой, и они вызывали самую жгучую аллергию, и именно вот этими черными волгами людей заманивали на митинги по разрушению СССР. Я сам был на этих митингах молодым человеком и видел, как стихи читали, значит, эти митинговые ораторы именно про черные волги, которые вот, значит, жутко раздражают. Поэтому здесь задержек быть не должно, элита из-за безопасности этого делать не будет. В конце концов, элита просто ощущает чувство дискомфорта при бедности остального общества. То есть, ну, все мы нам знакомы, да, вот мы люди там не сильно, может быть, богатые, но мы идем по переходу, видим бабушку, которая просит милостыню, нам неудобно, нам трудно и тяжело, и совесть мучает жить в мире, в котором кому-то плохо, кому-то как-то не так. Поэтому, на самом деле, истинные элитарии вообще стремятся к тому, чтобы как бы как можно быстрее и больше как бы благ сделать вообще большинству людей. Вот, это их миссия, это их движет. Конечно, есть какие-то маньяки, которые считают, что там, там ненавижу весь мир, ненавижу все общество, чтобы все люди там исчезли и так далее. Но маньяки, как правило, заканчивают на электрическом стуле или в тюрьме и в элиту на самом деле не попадают. Всевозможные элитарии
со страшными мыслями и так далее, это, как правило, род фантастов. То есть я их видел в фильмах, я их видел в книгах. То есть сидит условный какой-нибудь там профессор Мориарти, да, который, значит, типа злую силу в мире воплощает и, значит, стремится к тому, чтобы все люди, так сказать, были бедными, больными, голодными и так далее. Но для того, чтобы стимулировать как бы людей там, к некой борьбе с такими, да, для того, чтобы был фильм интересный или книга, это да. Но на самом деле, значит, не существует, мне кажется, там никаких закрытых клубов или там кого-то, значит, такого ужасного с какими-то человеконенавистническими целями. Сколько бы про них ни писали наши сторонники там разных теорий заговора и так далее.